Сегодня 25 марта 2024 года, Крым, Симферополь. Это 8-летний куст фундука сорта Трапезунд. Выкапываю его по спецзаказу. Человек закладывает гектарную посадку. Брал он у меня саженцы, но хочет он иметь маточные кусты. Значит, был здесь выпилен первоначально посаженный саженец 3 года назад. То есть ему было уже 5 лет, достаточно поздно. Трехлетние побеги, которые уже, в принципе, формировали куст. Вот их два, этих побега. Высота, вот двухметровая рейка, высота здесь где-то 2 метра 20 сантиметров. И уже шли дополнительные побеги, которые сформировали бы здесь куст. Значит, что я заметил? Как я его выкапывал, это яма, диаметр 1,20 м. Подкапывал. И чтобы не повредить корни, видите, я корни сохранил. Вот у меня есть вот такой штырь железный с ручкой. Я вот прямо так втыкал в землю и отваливал. Отваливал землю, чтобы сохранить эти корни. Вы видите, достаточно хорошо я сохранил их. Что я для себя выяснил? 90% корней, которые были у этого куста 8-летнего, находились в цилиндре. Значит, диаметр этого цилиндра 1 м. И стенка цилиндра 50 сантиметров. Вот в такой площади. Исходя из этого, наверное, надо делать и приствольные круги. Всю землю, которая была рядом с корнями, которую я отваливал вот этим вот штырем, я сложил в такую большую, тут я не знаю сколько литров, бадью. Она насыщена микроорганизмами, которые были около корня. Эту воду, эту землю я буду смешивать, когда буду садить другие растения в этом сезоне, в том числе и в контейнере, и в посадочные ямы. Сезон отправок у меня продлится еще, может быть, дней 10. Осталось трапезунда штук 100, кирасунд, черкесский 2, веба ценный, рекомендую. Кизил Семен, кизил Владимировский, вот цветет кизил Семен, красавец. Подснежники у меня отходят, в городе уже давно отошли. У меня здесь немножко холоднее, вот гиацинты потихонечку идут. Весна, короче. Но завтра будет ливень, 14 мм в течение суток, поэтому я работу немного подгоняю. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там гораздо больше информации. Там масса коротких видео. Вот, например, недавно я размещал видео по формировке короткое чаши кизила. Добра вам мира, привет из Крыма!